Приветик, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня продолжаем взрывать вот эту всю пиротехнику, которая у нас осталась с прошлых видео. Будет ночной видос вот этот. Поэтому давайте выберем петард, которых повзрываем. Вот. Как я говорил, будем дозревать все, что есть. Возьмем, короче, по очереди вот это все. Вот. И дальше будем еще здесь бомбить. Думаю, будет очень интересно. Поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить следующий ролик. А мы будем начинать. Так, ребят, выбрали. Вот. Здесь очень много пиротехники. Надеюсь, я все это успею за 15 минут снять. Так что ролик будет насыщенным. Приседайте, ребята, будем смотреть. Давайте лучше сразу выберу, чтобы потом не перепутать, что я тестил, а что нет. Так, вот. Это. Давайте еще ракет каких-то выберем. Блин, выпало. Так. Так вот. Фонтан взял уже. Супер мощная петарда. Взял. И так, римские свечи. Давайте их сюда. Вот. Все это взрывем в этой серии. Так. Вот так вот. Будет интересно. Так что давайте присаживайтесь. Начинаем. Так, бабочки. Взрывал здесь очень много пиротехники, поэтому посмотрите предыдущие видосы. Думаю, всем понравится. Пиротехники было очень много. Вот. Кто не видел, смотрите. Вот там взрывал, короче, очень много всего. Так, есть. Петарды давайте в карман закидаю. Давайте побросаем их. Корсар 6 единственный без вспышки, но давайте посмотрим, может вспышка от взрыва будет. Нету, к сожалению. Так, супер бенджер. Есть. P2000. Далеко бросил. Ого. Даже на расстоянии видно хорошо. Так. Давайте затестим вот такой Иран фонтан. О, здесь мы уже много фонтанов разных тестили. Блин. Нету фитиля, ребят. Что делать? Что с ним делать, ребят, нету фитиля. Может, давайте со свистульки позычим. Так, попробуем. Ну, надеюсь, поможет, ребят. А то я не знаю, что с ним тогда делать. Будем без фонтана. Так, давайте теперь петарды со вспышками будем устанавливать. Смотреть, как они взрываются. Проверим вот эти две одновременно, а вот эту отдельно. Где будут.
вспышку только в правой заметил, а взрывались одинаково. Так, еще. Ставить, тогда будет получше. Так, берем их. Так, сюда. Давайте дальше. Что там у нас осталось? Самолет. Самолет и блиц. Так. Забахаем самолет здесь. Самолетик у нас вот такой от феерии. Посмотрим эффект. Здесь двойной взрыв. Ребят, мы бросаем с мортиры. Вот. Давайте посмотрим, взлетит с мортиры или нет. В прошлый раз полетел в предыдущем видео. Как будет в этом? Ё-моё! Он выпал. Фейл, ребята, взорвалось. Это хорошо. Давайте петарды в карман. Еще здесь очень много чего есть повзрывать. Такс. Давайте, наверное, начнем с ракеток. Видео, ребят, стараюсь для вас, брал очень много пиротехники, поэтому поддержите канал, ребятки, обязательно. Не будете поддерживать, не буду стараться для вас, не буду столько пиротехники тратить. Хочется для вас снять что-то интересное, а вы не поддержите, а вам жалко лайк поставить. Хотя лайки это бесплатно, ребят, просто уважение к автору. Я всегда всех, кого смотрю, на кого подписан, всем ставлю лайки, потому что знаю, что любое видео это труд, ребят. Мало того, что его нужно снять, придумать что-то, поговорить. О, крикенбол тут сработал. В общем, так еще и нужно смонтировать, ребятки. Что-то вложить в это видео свое. Поэтому любой видос, кроме... О. Даже, ребята, те, кто влоги снимает, они стараются что-то донести к вам, рассказать. Это тоже, ребят, старание. Плюс монтировка. Поэтому поддержите любых авторов. Иначе, если бы их не было, чтобы вы тогда смотрели. Вот, надеюсь, успел снять видос. Вот, не договорил.
если бы не было тех людей, кто снимает, чтобы вы тогда смотрели. Поскольку я знаю, есть очень много таких балабола, которые только говорят, но сами ничего не снимут. Даже один какой-то ролик. Да, что там его снять, ребята? А вы выйдите и поснимайте. Тогда будете рассказывать, а то сидеть дома и говорить все умеют. Так, шубка хочет взрываться. Там еще, кстати, петарда, которая в прошлый раз не взорвалась. Давайте ее найдем, если ее не унесло. Наверное, улетела уже. Все. Дальше продолжим. Что у нас тут? Есть ракеты. Давайте ракеты запустим. Смотрите, есть вот такая без ничего. Так, эти давайте с мортиры. О, а для этой может быть вот такая мортира. О, думаю, пойдет. VR2 Crazy Rocket. Где-то там за мной взорвалось, не успел снять. Так, рокет-парашют. Может, попробуется поджечь еще раз. Да, поджег. Еще одна подошла себе, не? По-моему, не. Где-то такое пламя было, не знаю, что не подошлось. Так. Ребята, остался у нас вот такой заряд. Катится 99. Бабахнуло. Улет. Так, мортирный заряд. Так, давайте его быстренько здесь запустим. Так. Вот это лучше всего эффект. Такая падающая штука. Очень нравится. Так, и последнее на сегодня. Вот такой гномик. Вот гномик. Гномик, как наши хейтеры. Так, вот так его установим. Давайте общепрактически лежа. Посмотрим, что будет. Супер, это я люблю. Так, и осталось еще несколько петард. Давайте их уже довзрываем. Ну же. Что-то долго. Так, P2000. Шарк. Есть, так. Что же, ребят, смотрите, сколько осталось. Это все на последнюю серию осталось. Самый крутой салют оставил. Посмотрим, как взрывается. Римские свечи, еще ракеты есть. Так что, чтобы не пропустить
Ставь лайк, ребят, и подписывайся на канал. Также нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. С вами был ТНТ Фокс. Смотрите здесь, вверху оставлю ссылку на второй канал. Подписывайтесь обязательно. Там тоже выходят такие топовые видосы о пиротехнике. Каждый день, как и здесь, будете смотреть, каждый день наслаждаться крутыми взрывами. И ссылочку на него оставлю в описании под видео. А также не забывайте смотреть новые предыдущие видео. Оставлю здесь 4 видео, которые вы еще не видели. В общем, обязательно посмотрите. Что ж, с вами был ТНТ Фокс, всем спасибо за просмотр, пока-пока, до новых встреч!